пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Певица Жанна Фриске умерла в достаточно молодом возрасте, она едва перешагнула порог в четвертый десяток. Для всех поклонников ее творчества это стало полной неожиданностью, ведь певица всегда казалась здоровой и полной сил. Многие сразу стали искать в смерти Фриске что-то мистическое. И повод для этого был. В 2005 году было показано видео, на котором Жанна знакомила зрителей со своей квартирой. Певица демонстрировала большое количество сувениров и подарков от поклонников. Среди этих вещей был амулет от сглаза. Фриске призналась, что этот амулет ей дал знакомый колдун. Он пообещал, что этот талисман будет приносить счастье в дом. Но зрители не оценили такую любовь артистки к сувенирам и амулетам. Поклонники считают, что верующий человек, которым была Фриске, не должен дома хранить вещи такого рода. Кроме того, певица часто пускала к себе в дом разных людей. Кто-то из них мог навести порчу. Ведь завистников у красивой, талантливой и успешной женщины было немало. Неизвестно, было ли место порчи в данной ситуации, но судя по видео, можно сказать, что в квартире певицы действительно было слишком много ненужных сувениров, амулетов, подарков, причем даже от незнакомых людей. Жанна сама называла себя барахольщицей. Неужели эта страсть к собирательству принесла в дом звезды беду? Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.